На этой неделе мы с вами разговаривали на тему создания соло-сессии. Вот я нашел еще самый быстрый, вообще просто быстрее способа нет. Вот прям вот 2 минуты, и вы в соло-сессии. При этом занимаетесь абсолютно любой активностью. Да, игроки при этом способе, к сожалению, к вам тоже могут подключаться, но не сразу. Однако это самый быстрый способ и 100%-ный. Для этого... забыл сказать. Всем привет, с вами Готика, Готика и Сократ. Для этого все, что нам нужно сделать, это запустить миссию легендарного преступника, либо миссию на прохождение у самогонного аппарата у Мэгги, то есть не бутлегерство, а именно миссию. То есть мы запускаем абсолютно любую миссию для того, чтобы оказаться в одиночной сессии, ну, в задании имеется в виду. То есть мы запускаем любое сюжетное дополнение, запускаем этого легендарного преступника, неважно. Главное, мы запускаем, чтобы оказаться в одиночной сессии на прохождение какого-то легендарного преступника. После этого, вы не поверите, мы нажимаем «Изменить внешность». То есть мы нажимаем L, убираем социальную игру, чтобы не подключиться к другому игроку, то есть к другу, и нажимаем «Изменить внешность». И вы не поверите, бага на бесконечную загрузку не будет. В принципе, этого достаточно, чтобы вообще менять сессии и оказываться без бага. То есть это, видимо, это связано с тем, что в игре, когда вы прыгаете из действующей сессии на смену внешности персонажа, идет выход из предыдущей серии, но сессии по какой-то причине вас просто оттуда не выпускают, и новый не загружается. А вот здесь, спокойно оказавшись в абсолютно пустой сессии, без никого, мы нажимаем «Изменить внешность», и никаких проблем загрузок не будет. Я сделал это 10 раз, и 10 из 10 разов я попадал в одиночную сессию. Никакого бага с бесконечной загрузки больше нету. Вот так вот, с вами была Готика, с вами был Сократ. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ищу для вас самые элементарные способы создания одиночных сессий, либо для того, чтобы вы могли спокойно перевозить телеги. Обязательно вступайте к нам в Discord, все ссылки в описании. Да-да-да.